Самая премьерная премьера этой осени. Что-то ты долго. Сериал «Папаньки». Первый сериал про отцов. Трое разных папанек и один холостяк в одном сериале. Что это? Кого ты такой? Безбашенные. Смешные. А я крутой папанька. Папанька, я крутой. Никто не сможет больше. Никто не сможет больше сравниться со мной. Прости, папа, я тебе испачкал машину чуть-чуть. Я больше не буду. Руки за голову! И любящие папаньки. До вечера, сыночек. Они знают, как заставить тебя смеяться. Папаньки. Пап, ты с дуба руку. 24 сентября в 21:30. Заходи на наш YouTube-канал и смотри премьеру. Все, дедуля, все. Наконец-то мы тебя взяли. Не будешь доставать нас своими тупыми приходами. Ребятки, может, как-то договоримся, а? А может, действительно договоримся, а? Это задача. Либо денег заработать, либо от этого избавиться. Угу. Да нет, посадим его. Достал он меня, вот здесь уже сидит. Все, дед, сядешь, не договоримся. Мы честные милиционеры и не ведем переговоры с преступниками. Ну какой же я преступник? Ты самогонщик. А за это, как оказывается, статья есть. Да. Так что ты сядешь по всей строгости закона. А я не на продажу, я для себя. Для себя? А? 40 бутылок? Ну, это на черный день. Бабке спину натирать. Да, бабке спину натирать – это действительно черный день. Все, дед, будешь сидеть, ответишь по всей строгости закона. Ну ребятки, ну куда же меня сажать? Я же ваш друг. Друг, не друг. А правосудие должно быть слепым. Да. Оформляй. Сонечка. Ребята. Ты не окай то. Чш-чш, ты этого не это. Это... Ну, за слепое правосудие. Понеслась. Это бабки... Спину. Молодец, дедок. Неплохая. В смысле, преступник какой. Ах ты, гад, ах ты... Сволочь такая! Угу. Гад такой, а! Дедок, что ж ты нам за бормотуху-то такую, а? Подсунул, я ж нифига не вижу! Ты, дед, где ты? Я тебя поймаю, я тебя задушу! Я ж говорил вам, это настойка бабке спину натирать. Ацетон и мухоморы. Только дайся мне в руки. Ах ты, гад, ты арестован! Ага. Сначала поймай меня. А вот ты где. А вот ты. Сейчас. Ах ты, гад. Сами говорили, правосудие должно быть слепым. Ах ты, дедуля! Попал! Ах ты! Ах ты! Ах ты! Ах ты! Деда, ты шел, усы сбрил. Ах ты, морда крыныца. Ах, где ты? Дорогая, я дома. Быстро в шкаф. Вот что за люди такие, а? Не может до конца рабочего дня-то работать, а? Вот и в стране у нас поэтому такой бардак. Так. Привет. Не, телевизор я им точно не отдам. Телевизор — это святое. Что? Так, и это тоже не вариант. Саш, ты о чем? Янчик, а ты помнишь, мы как-то к твоей маме уезжали на несколько месяцев в гости и забыли свет в туалете выключить? Ну? Так вот, там за электричество столько денег набежало, что мне сегодня позвонили коллекторы и сказали, что придут и за долги что-нибудь заберут. Слушай, а давай им шкаф отдадим. Шкаф нельзя.
Шкаф – это подарок от мамы мне. И это, между прочим, это мое приданное, да. И, в общем, как бы... Давай лучше твой спиннинг и моторную лодку отдадим. Нет. Спиннинг и моторную лодку нельзя давать, это тоже подарок. А от кого это? Это подарок мне от меня же, понятно? Короче, я в доме мужчина, я решаю, что отдавать, что не отдавать. Отдаем шкаф, все. Ага. ДСП, Чехословакия. Здравствуйте. Здрасте. А вы кто такой? Я из коллекторской компании. А что вы в шкафу делали? Как что? Выполнял свою работу. Описывал ваше имущество. Пожалуй, мы заберем этот шкаф. А, только шкаф? Ну, кое-что мы уже забрали. Так что я, скорее всего, приеду... завтра. А вы подготовьте шкаф к вывозу, хорошо? А-га. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Слушай, а что он в халате? А это, наверное, у них такая униформа. Просто жарко так, чтобы все проветривалось. Надо, наверное... Я понял! Понял все сейчас! Ты правда все понял? Он же не только шкаф! Он же твой халат описал! Вот, а ну стоять! Ё-моё! Дожились! Он еще и мои туфли, и куртку мою унес! Вот, гаденыш, стой! А, Сашенька, знал бы ты, какие он еще места описал. Ох и жара сегодня, мама. Может, водички холодной выпьете, а? Спасибо, зятёк, я не хочу. О, ну и жара! Сумасшедшая! Ой, водичка. Саша, это что такое? Зачем? Дахал. Дурак. Мама, а что это вы на лежаке лежите? Смотрите, я вам на песочке постелил, ну, чтобы вы свой артрит подлечили. Спасибо, зятёчек, мне и здесь хорошо. Ой, Саш, как ты классно придумал! Саша, я тебя сейчас закопаю в этой яме! Иди сюда, зараза! Была горчица острая. Теперь будет крем от загара. Мама, а вас кремом не намазать, ну, чтобы вы не сгорели? Спасибо, зятёк. Меня после дачи загар не берет. А я не могу. Солнце прям жарит. Дай хоть крем помажь, а то просто капец какой-то. Печет. Печет! Саша! Саша! Это что такое? Дурак! Да! Идиот! Ну, все, мам, пошутили и хватит. Откапывайте меня. Угу, сейчас. Мои шутки, зятёк, только начинаются. Ну, ничего. Вот придет Вика. Раскопает меня, вот я вам дома устрою. Вика, ты же ее сам послал ужин готовить. Вика. О, ужин, точно. Давайте раскапывайте меня, что я здесь кушать буду? Что будешь кушать? Сейчас я тебе дам. Ой. Вот, кремик для загара, а водичкой запьешь. Будь здоров. Мама! Эй! Помогите! Помогите! Мама! Мама! Блин! Вика! На троих! И как ты думаешь, откуда он достал 10 килограмм наркотиков? Да ладно! Я скажу!
Егор Григорьевич, здравствуйте. О, Егор Григорьевич. Что, люди возмущаются, что вы без очереди, да? Сейчас, сейчас, разберемся, сейчас. Не! Ну тебе, понял? Фу, козел. Проходите, проходите, Егор Григорьевич, присаживайтесь. Родной вы нас человек. Ну, рассказывайте, куда путь держите. А, летите по работе, да? На отдых летите. Ага. Что-то запрещенное с собой везете? Ну, конечно, везете. Наркотики. Оружие? Кучу денег. Наркотики, оружие и куча денег. Угадал. Ну не волнуйтесь, Егор Егорович. Мы вас, как всегда, пропустим. Вы наш постоянный клиент. Спасибо. Как приятно. Спасибо. Ой, как красиво. Ой, красиво. Какой вы молодец. Не надо совсем. Лучше еще раз. Да. Перестаньте. Ну, нельзя. Мы только в кабинете ремонт сделали. Ну, нас-то за что? Ну, мы же на службе при исполнении. Вас? Вас? Не, мы так не можем. Чё ты, бабу вам надо? Ой. Так бы сразу сказали, а то мы... Ну, в общем, сейчас. Скворцову вызову. Скворцову, да. О! Да, Скворцова! Алло, Скворцова, привет. Значит, сегодня вылетаешь за границу. Куда вы летите? В Доминикану вылетаешь, да. Короче, work and travel у тебя, понятно? Так, и это, паспорт не забудь, хорошо? Да так тебя пропустим без этого, да. Все, давай быстрее, Скворцова. Это же документы. Все, все нормально будет вам. Все будет. Да. Так. Что еще? Я. Да ну, что вы за глупость? Вы же фантазируете прямо. А сколько здесь? Маловато, нас же двое. С ума сошел, что ли? Егор Григорьевич, идите в самолет. Да, идите. Там вам Скворцова все сделает. Все. Да, будет не скучно там с ней. Совсем. Да, давайте. Осторожно, дверь. Спокойно. Чемодан. Ага. Счастливого пути. Осторожно, ступень. Я уже 10 лет тут работаю. И каждый раз мы перед ним вытанцовываем. А я до сих пор не знаю, кто это. Я когда сюда устраивался работать, мне предыдущие таможенники сказали всегда его пропускать. А устраивался я 10 лет назад. Представляешь, он при всех президентах был. Если его до сих пор не посадили, значит, это очень влиятельный человек.
О, пока такие есть, то нам реформы не страшны. Точно. Так, надо собрать. На троих. Ну и катайся на своей лысой резине. Учитель меня будет как колеса бортировать. Урод! Слушай, Петрович, тут жалуются на тебя. А вот, собственно, потому и жалуются. Говорит, не умеешь ты с клиентами общаться. А что с ними общаться? Они все уроды. Петрович, ну ты им хотя бы не говори об этом. Вот, кстати, вот сейчас смотри и учись. Здорово, чуваки. Здравствуйте. У вас тут тачки прокачивают? Именно здесь. Это, значит, я по адресу. Здорово, братиш. Точно. Короче, хочу себе тачку прокачать, понял? Выхлопную поставить на нее, такую, чтоб, короче, ну, она... Понял, что все вокруг офигевали. Понял, будет сделано. Что-то еще? Да, еще, короче, саунд, короче, поставить, такой хай-энд, понял, чтоб был здесь такой, ну... Там, чтобы басы... Пума-пума-пума, понял, чтоб качало. Чтобы моща и жир. Чтоб жир качал. Я так понимаю, любите погромче? Мы можем еще моторчик вас подшаманить, чтобы было... Мне нравится твой стиль, братиш. Красавчик. Быть на одной волне с клиентом – наш конек. Мне он нравится. Понял. Еще, короче, знаешь, что хочу? Эту сигналку мне такую, я где-то слышал, она фа-фа-фа-фа-фам, фа-фа-фа-фа-фам. Понял, как кукарача вот это. Сделаем. Ага. Сделаем кукарачу. Так, чтобы рядом машины все, ух, сигналки у них, чтобы срабатывали. Все сделаем в лучшем виде. Отлично. Вот это я буду тусы закатывать у себя во дворе. Та ты что, все будут в шоке. Не завидую я вашим соседям. А расслабься, соседи у меня лохи. Петрович, в общем, ты все слышал. Приступай. А, и это, короче, еще 20% сверху дам, если тачку под подъезд подгоните. Да, о чем вопрос? Желание клиента для нас закон, говорите адрес. Приречная 27Е, короче, второй подъезд. Приречная 27Е, второй подъезд, это же мой дом, мой подъезд. Чу, так это круто, будешь ко мне на тусы приходить, ага. Соседи лохи, говоришь? Не, ну кроме тебя, ты ж мой братиш, братан, брателла. Я тебе сейчас такое фа-фа-фа-фа и пу-пу-пу устрою, что ты мне... Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты же скотина такая! Урод! Чёрт же вообще? Кондрать, Кондрач, ни хрена ты с клиентами общаться не можешь. Так это ж разве клиент? Это сосед дебил. А с соседями дебилами так и надо. Ну да. Уйди отсюда! Понимаю. Так это все-таки правда, Звездунов. Сидячая забастовка, да? Я Звездюлькин. Это во-первых. А во-вторых, как преподаватель астрономии, я требую уважения к своему предмету и... Чтобы вы выполняли все мои требования, этого тоже требую. Ну, во-первых, Джордано Брунович, слезьте со стола и пересядьте в кресло. И мы продолжим с вами наш разговор. Хорошо. Угу. Я уже 5 лет преподаю в вашей школе астрономию. Угу. И у меня до сих пор нет телескопа. Как это возможно? Вообще, объясните мне. Это все равно, что преподавать биологию без микроскопа. Но вы спросите учителя биологии, и он вам объяснит, как это. Да, да. Я знаю. Он уже пытался показывать способ размножения на собственном примере. Я хочу, чтобы мои дети видели звезды, когда я им рассказываю о большой медведице. А они себе представляют Умку из советского мультика. Вернее, его маму. Ну, хорошо. Хорошо, я вам обещаю со следующего года. Нет. Я требую это в этом году. А. И... Да. И... Срочно. Срочно, прямо сейчас. Угу. Хорошо, хорошо, Джордано Брунович. Мы... Купим для вас телескоп, но с одним условием.
С каким условием? Вы вместе с кабинетом астрономии переедете в левое крыло нашей школы. Нет, это исключено. Почему? С третьего этажа так удобно наблюдать за большой медведицей. Нет, вы знаете, у меня из кабинета открывается потрясающий вид на звезды. С первого этажа? Не смешите меня. Ну, ладно. Я остаюсь у себя в кабинете. Это все, что я придумал. Это не надо. Не надо. Это там траты для школы. Ага. Я пойду. Ай-яй-яй, Жан Брунович. Вы думаете, я не знаю, что на первом этаже очень удобно подглядывать в женскую спортивную раздевалку. Вы думаете, вы первые обращаетесь ко мне с этой просьбой? Вот вчера заходил наш трудовик, дядя Митя, и просил бинокль, мотивируя это тем, что у него упало зрение, и он не видит станков. Вы извините еще раз. Это я что-то напридумывал. Больше такого не повторится. Но я не... Ну, будьте здоровы. Но я не... Ольга Николаевна, распорядитесь, чтобы купили и повесили шторы в женскую раздевалку. И немедленно. Надежда Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте, Христофор Иванович. Мы ставим с детьми постановку театральную про Колумба. Тан-тан-тан-ра-тан-тан-тан. Земля! И что вам для этого нужно? Для этого нужна подзорная труба. Угу. Довожу до вашего сведения, что мы вешаем шторы в женской раздевалке. А, да? Спасибо, что предупредили. Тогда театральная постановка отменяется. И сообщите эту новость всем учителям мужского пола нашей школы. Эх, какая могла бы быть постановка? Да, может быть, может быть. Занавес. Самая премьерная премьера этой осени. Что-то ты долго. Сериал «Папаньки». Первый сериал про отцов. Трое разных папанек и один холостяк в одном сериале. Что это? Кого ты такой? Безбашенные. Смешные. А я крутой папанька. Папанька, я крутой. Никто не сможет больше сравниться со мной. Прости, папа, я тебе испачкал машину чуть-чуть. Я больше не буду. Руки за голову! И любящие папаньки. До вечера, сыночек. Они знают, как заставить тебя смеяться. Папаньки. Пап, ты с дуба руку? 24 сентября в 21:30. Заходи на наш YouTube-канал и смотри премьеру. На троих. Здравия желаю. Что ж це ви, гражданочка, нарушаете, а? Здравствуйте. А давайте побыстрее, а то я очень спешу. А мы по радару бачим, что вы очень спешите. Что? Пожар? Маникюр? Секс? Да нет. Честно говоря, меня клиент ждет. А, ну раз клиент, то по-любому секс. Нет, он очень богатый, влиятельный человек и платит мне по часовую оплату, понимаете? Понятно. Понятно, понятно. Ну, то не давайте штраф оформим, то едьте собі, заробляйте. Поймите, у меня с собой нет денег. А что так? Что вы, еще не нас... Что? Не нас обирали? А? И что мы будем с этим делать? Как мы выйдем из этой ситуации? Пикантной. Ну, давайте я с вами рассчитаюсь.
Своими услугами. Интересно. А ничего ж у нас, двое, справитесь? Ну, у меня и больше было. Ну что, может, отойдемо десь в тенек? На пост, а? А зачем? Давайте прям здесь, на природе, так сказать, а? Слухай, а давай, може, і в натурі, прям тут. А що? Щоб люди не думали, що ми якісь... Ти поняв? Нормальної орієнтації. Согласен. Ну, тут так тут. Давайте тільки побыстрее. Поїхали. Я готов. Хорошо. Я ж не знав, що вона частний тренер. А ти про що подумав? Та про то саме, що і ти. Согласен. Оба тупанули. Все. Не стачковать! Ноги выше, бег на месте. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ляжки выше. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Тримайся, Саня, тримайся. Договор есть договор. Какой там у меня штраф? Втекаем. Все, едь ты уже с Богом. Вот же. Ну ты позорная.